Олег Сенцов объявил голодовку 1,5 месяца назад. И я знаю, что он невиновен, и знаю, что его жизнь в опасности. И поэтому мы все должны сказать то, что мы думаем об этом. Я поддерживаю письма Александра Сукурова к украинскому президенту. И знаю, что он совершенно прав. Сукуров говорит, что большая политика убивает людей. Это совершенно верно. И я знаю, что если политики, если Путин и Порошенко сделают то, что они должны сделать, может быть, и Сенцов будет жить еще. А если они этого не сделают, все будет на их совести. Я Костадин Бонев, болгарский кинорежиссер.